коллеги, меня зовут Максим Амеленчук. Сегодня в видео я расскажу о книге Дэна Кеннеди «Жесткие продажи». Подзаголовок ее гласит «Заставьте людей покупать при любых обстоятельствах». Очень емкое и точное определение. Что интересного в этой книге? Во-первых, книга начинается с перечисления 15 стратегий успеха в продажах, в переговорах и убеждениях. Если вы проанализируете всех своих успешных риэлторов в компании, то увидите, что эти риэлторы используют эти технологии осознанно или неосознанно. Автор систематизировал их и показывает, как дальше развиваться в этом направлении. Ключевой момент этой книги – это создание системы привлечения клиентов. Позиция автора такова: если вы бегаете за клиентом и уговариваете его, вы уже проиграли. Поэтому большая часть книги рассказывает о том, как построить систему. Например, одна из глав гласит 6 самых больших глупостей, которыми продажники сами пускают продажи под откос. Еще хотел сделать акцент на двух интересных вещах. Во-первых, конкретно для риэлторов. На одной из страниц глава так и называется «Риэлтор, у которого можно поучиться». В ней описывается риэлтор, который создал систему привлечения клиентов, при котором спрос на его услуги в разы превышает предложение. Ну и, наконец, еще один раздел книги, который я хотел обратить внимание. Эта глава называется так. «Как недалекие продажники потеют в 10 раз больше нужного и получают 10-ю часть возможного». Как вы думаете, про что это? Эта часть про отзывы клиентов. И здесь так и называется. «Пусть они скажут за вас». Автор рассказывает о том, что 90% компаний в своей работе мало или вообще не используют отзывы клиентов в работе и вынуждены объяснять клиенту банальные простые вещи. В свое время эта книга, хотя она вышла в прошлом году, она написана была автором в 2004 году. Я читал эту книгу в переводе еще несколько лет назад, и она в том числе подтолкнула нашу компанию использовать отзывы клиентов. В результате сейчас на нашем сайте более 1600 отзывов, 100 из них видеоотзывы. Так что эта книга окупила себя в 1000 раз. Смотрите следующее видео о новых книгах, подписывайтесь на наш канал и до встречи. С вами был Максим Амеленчук.